Добрый день. Сегодня изделие от фирмы Bokker Plus. Это его каталожный номер. Вот. Называется Bokker Urban Survival, то есть для городского выживания устройство. То есть я называю это устройством, потому что ножом это вряд ли можно назвать, хотя у него есть лезвие, вот. Есть какой-то клинок, там все такое, но это, по большому счету, это разновидность тактической ручки, вот, которая только не пишет, но имеет какой-то клинок. Имеет, ей есть возможность резать, но нет возможности писать. Ну, по большому счету, это такой мини-кубатон. Здесь с ним идет ключик, инструкция, ключик для, я так понимаю, для того, чтобы здесь осевой винт подкрутить, все такое. По устройству это Liner Lock, есть клипса. Вот. И идет еще вот такой вот съемник, ну, ключик, для того, чтобы снять вот этот вот тип навершия и поставить вот тот второй, который идет в комплекте. Он вот с ним вместе получается вот, вот эта верхушка, которая будет выглядывать. С ним вместе он вообще похож на ручку. То есть это как будет здесь такая как кликалка от ручки. Вот. Фактически его основное, это не нож, это не EDC нож, фактически его основное предназначение, на мой взгляд, это как бы нож последнего шанса, то есть отбиться от нападающего, либо же иметь что-то такое, что не похоже на нож, и что но на самом деле является как бы ножом. Вот. И поэтому они сделали, Bokker и дизайнер, вот тут написано кто, Вагнер, вот, они сделали его, фактически попытались его замаскировать, сделали его похожим на авторучку, на что-то такое безобидное. Вот. Но размеры его не очень большие, то есть у меня небольшие руки, но он почти не выступает за габариты, так скажем, кулака. То есть, да, ну, тут есть что-то в руке, вот. Но я бы не сказал, что что-то такое. Ну, то есть, для сравнения, это вот стандартная авторучка. Вот он значительно меньше, чем эта авторучка. То есть, короче, то есть, даже вот если ручку брать, то она выступает. То есть, вот такое вот изделие, фактически выступающие в той же самой категории, что и тактические ручки, только вот со своим таким вывертом. Спасибо за внимание. До свидания.